вітаємо вас, шановне товариство. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ. Науково-популярна передача про проблеми сталого розвитку Сумщини. Шановні добродії, у цій студії ми говоримо про сталий розвиток, який спрямований на майбутнє. Отже, ми, як правило, говоримо про наші ідеї, які стосуються цього майбутнього. Однак, все ж таки, виникла така потреба поговорити про те, у якому сучасному стані, у якому стані зараз знаходиться українське суспільство. Як правило, ми цей стан характеризуємо як терміном «корупційний консенсус». Отже, з огляду на запитання з приводу того, що таке корупційний консенсус, на запитання щодо того, як класифікувати і як відноситися до такого стану, а також з огляду на наше бажання змінити цей стан корупційного консенсусу, сьогодні ми вирішили поговорити про специфіку саме сучасного стану українського суспільства. Говорити будемо з нашим постійним експертом, кандидатом економічних наук, учасником громадської організації Фонд регіональних досліджень Валерієм Івановичем Бразуновим. Доброго дня, Валерій Іванович. Добрий день. Валерій Іванович, ви запропонували цей термін. Отже, сьогодні ми саме з вами будемо обговорювати, що він означає. Я скажу тільки одне, коли ми з вами приїжджаємо в який-небудь населений пункт та пропонуємо там зміни. І з огляду на те, що необхідність цих змін очевидна, оскільки ми знаємо, як зараз живуть люди, як загострилася соціально-економічна ситуація, а потім ми дивуємося, що виникає така ситуація, що цих змін не особливо та й бажають там на місці. Через те, що якась система все ж таки є, дещо в Україні побудовано. Так от що побудовано, ми би хотіли сьогодні розібратися, що таке корупційний консенсус. Ну, ви правильно відмітили, що коли ми говоримо о системі устойчивого управління, то составной частью этой системы, естественно, есть проблемы, а каким образом управляется территория, каким образом устраивается взаимоотношение между политической элитой, властью, обществом, то есть общественные отношения. Вот это, по сути, это является одной из составляющих устойчивого развития. И вот если рассматривать с этой точки зрения, то можно разделить его на два таких вот направления. Формальные системы управления и неформальная система управления. Формально у нас вроде бы выглядит все не так уж и плохо. Во всяком случае, конституционный строй у нас выписан достаточно хорошо. Это правление, парламентская, президентская форма правления, демократическое государство, правовое государство и так далее, и так далее. То есть, если это послушать, то, в принципе, одна из прогрессивных систем управления в стране. По факту, далеко не всегда это получается, а иногда получается с точностью наоборот. Так вот, каким образом все-таки сформировалось фактическое взаимоотношение между властью и обществу, между народом и политической элитой. Вот у меня возникла вот такая вот оценка или такая квалификация этой системы, как условно я назвал ее коррупционный консенсус. Что имеется в виду здесь? На самом деле, в принципе, это все уже и народ признает, и общество признает, и термин такой популярные достаточно, на Украине действует система олигархического управления, олигархат. То есть это фраза, этот термин, который уже всем понятен. Олигарх – это система бизнеса, крупного бизнеса, который использует власть в целях личного или корпоративного обогащения. То есть это вот само понятие олигархического управления. Изобретено это ли это в Украине? Нет. Такая система, в принципе, существует практически во всех странах. Но, тем не менее, особенности украинского олигархического управления, они достаточно такие серьезные. Ну, во-первых, если мы рассматриваем, что представляет собой олигархия на Украине, то она монополизированная. То есть мы видим, что между олигархами
происходит достаточно жесткая борьба, и возникают монопольные такие олигархические кланы, которые захватывают власть. Олигархи борются сами с собой. Это тоже одна из особенностей украинского такого вот штемпеля. Это раз. Второе, когда мы говорим о взаимоотношении между обществом и политической элитой, и политической властью, то мы говорим о тех неформальных отношениях, которые на сегодняшний день сложились. То есть через какие инструменты происходит собственное управление. И на каких точках соприкосновения возникает то ли противоречие, то ли консенсус. Вот второй элемент, который уже, говорится, только ленивый не упоминает, это так называемая система коррупции. То есть коррупция, которая пронизана вся система управления, начиная от вертикали власти, которая сформирована, и кончая территориальными системами, которые формируют сейчас по системе децентрализации. То есть если мы говорим сегодня о коррупционной составляющей, то я характеризую ее как вертикально интегрированная система управления на основании коррупционных связей. Вот первое, на чем можно остановиться, это связь монопольной олигархии и коррупционного консенсуса, то есть вертикально интегрированной коррупции, которой пропитана вся эта система. Вот если коротко, то, наверное, я бы так сформулировал вот это явление. Оно может быть не сугубо украинское, но очень много специфических украинских таких особенностей, которые привнесли мы в эту конструкцию. Валерій Іванович, а як дивитися з огляду на ці виголошені вами ідеї, як тоді класифікувати, що таке сучасні українські політичні партії і інші суб'єкти політики? Ось в реальності, що вони такими, що вони є? Вот это следующая составляющая. Когда мы переходим к реальное воплощение, то есть инструмент, а каким же образом олигархи начинают захватывать власть, и каким образом они используют эту власть, у нас возникает инструмент так называемых политических партий. Ведь, в принципе, политические партии в демократических системах – это, можно сказать, определенная группа или срез общества, наиболее активный, наиболее идеализированный такой, то есть наиболее прогрессивный. И в этом смысле политические партии должны бы становиться инструментом устойчивого развития. В Украине опять-таки появилось собственное изобретение, когда идеологических партий как таковых нет, а партии представляют интересы вот тех вот монопольных олигархов, которые, может быть, непосредственно сами во власти и не участвуют, но и имеют свой вот этот дипломатический и политический корпус, от имени которого и происходит управление. И вот если посмотреть сегодня, допустим, состав Верховной там Рады, состав там вертикальной системы этой управления административной и так далее, то мы видим там не только представителей самих представителей олигархов, но мы видим вот эти политические партии, которые по своей квоте распределяют должности, власть и так далее. То есть вот этот феномен не идеологической партии, а группы кланового типа, которые и используют власть, это тоже одно из существенных признаков коррупционного консенсуса. Политические партии, по сути, у нас на сегодняшний день являются одним из главных источников коррупции. Следовательно, конструкция, которую я назвал коррупционный консенсус, зиждется на политической партии и на вот этих группировок, которые себя называют политическими партиями. Валерій Іванович, давайте проаналізуємо сам термін «корупційний консенсус». Ну от складова, яка представлена словом «корупційний», зрозуміла, це використання влади задля особистого збагачення. А ось консенсус, тобто система все ж таки називається консенсус, згода. Так от хотілося б зрозуміти, згода кого, хто є суб'єктами цього консенсусу? Вот я уже говорил о том, что система управления в конечном счете выстраивается
таким образом, чтобы между политической элитой, властью и народом, и обществом, ну, выявили какие-то правила взаимоотношения. Вот. Какое-то обоюдное какое-то согласие было. То ли в форме формального общественного договора, там, конституционного какого-то устройства, то ли в форме неписанных каких-то правил. Так вот, когда мы говорим о консенсусе, мы приходим к пониманию того, что, ну, если будем говорить по социологии, там 80-85% сегодня недовольны существующим строем, несуществующим курсом. И тем не менее, мы в стране не наблюдаем вот таких каких-то вот катаклизмов, какой-то гражданской войны, какой-то радикальной нетерпимости, вот какой-то такой вот сговор, а не сговор, но какая-то система терпимости существует. Вот система терпимости – это и есть консенсус. Почему при таком незавидном положении экономическом общество, в общем-то, терпит? Сколько мы уже говорим там, о тарифах, там, о ценах, о злоупотреблении власти, о взяточности, о казнократстве и так далее. И тем не менее общество в целом относится к этому достаточно терпимо. Вот если разбить на разные социальные группы, то эта терпимость может выражаться следующим образом. Ну, наверное, есть определенная часть населения, которая имеет хорошие преференции от вот этой системы, как я говорю, системы казнократства, системы воровства, причем по этой системе, чем выше по должности, тем больше масштабы воровства. То есть каждый имеет свою какую-то долю в этой коррупции, и это их устраивает. Вот это одна из групп населения, общества, которое приводит, ну, если не просто к терпимости, то к какому-то удовлетворению, то, что на сегодняшний день есть. Вторая группа населения – это наиболее активная, наиболее такая молодежная часть, которая, ну, сегодня существует такое понятие, как голосуют ногами. Они просто-напросто уезжают. То есть у нас массовый отток молодежи, массовый отток мозгов. Они не относятся терпимо, не входят в этот консенсус, но зато уменьшают напряженность в обществе за счет того, что они покидают, уезжают там в другие страны. Третья часть, особенно это касается бизнеса, которые приспособились к этой системе. То есть народ как-то живет параллельно, власть сама по себе, народ, бизнес сам по себе. И вот в этой всей коррупционных ловушках они нашли свою нишу, где-то, как говорится, ушли в тень, где-то кому-то участвуют в этом дележе, откатах и так далее, где-то работает система взяток. То есть люди вынуждены приспособиться к этому, и вроде бы и можно даже и в таких условиях проживать. Вот третий, как говорится, элемент консенсуса. Ну и, может быть, четвертый – это те, которые категорически не согласны с этим, но инструмента у них нет и возможности особой нет. Особенно касается это значительной доли пенсионеров, там порядка 10-11 миллионов, которые, в принципе, уже доживают свой век, вот, ну и каким-то образом там возмущаются, смирились с этим и так далее. Вот если рассмотреть вот это вот 4-5 групп, каждый по-своему мотивирован, и каждый по-своему использует инструмент, но каждый как-то приспособился к вот этой системе, и, в общем-то, получается, отсюда и возникает вот такое явление, какое-то, можно сказать, неестественное явление, потому что само название «коррупционный консенсус», он уши режет просто-напросто. Ну так, тут це протиріччя, воно дійсно наявне. Валерій Іванович, ці роздуми про корупційний консенсус, вони повертають в мене у філософію нового часу. Видатний англійський філософ сер Томас Гоббс говорив, що от у людини є таке природне право, дійсно, ось Бог, там, хто в нього вірить, або природа, там подарувала нам право вибору. Але якщо ми це природне право будемо використовувати на свій розсуд, то
тоді буде ситуація, яку той же Гоббс говорить, що це ситуація, коли людина людині вовк. І потрібно укласти такий суспільний договір, створити державу, де би люди позбавилися свідомо частини своїх прав, ну і дали ці права там управителю, там це може бути там президент, там прем'єр-міністр, місцеві депутати, там депутати Верховної Ради. Я вже говорю, так плавно перейшов до України і так далі. І він оцю модель держави називає таким словом Левіафан. Левіафан – це біблійне чудовисько. Тобто держава в будь-якому разі чудовисько, держава в будь-якому разі потвора. І ось він описує, що при яких умовах це чудовисько живе. Держава є величезною потворою, Левіафаном, і душею держави є верховна влада. Душа держави – верховна влада. Судді і чиновники – суглоби, радники – пам'ять, закони, розум і воля, нагороди і покарання – це нерви, смута в державі – це хвороба Левіафана, а громадянська війна – це смерть Левіафана. А от добробут громадян, тобто той же самий сталий розвиток, про який ми з вами тут говоримо і стверджуємо, це сила чудовиська. З огляду на це і порівнюючи із ситуацією в Україні, чи вам не здається, що зараз може наступити смерть Левіафана? От просто смерть Левіафана. Якщо далі оця система корупційного консенсусу буде існувати, вона вже довела народ до такого стану, просто катастрофічного стану. Якщо далі її не змінити, то буде от громадянська війна, бачите, смерть Левіафана. Смута в державі, хвороба Левіафана, це вже відбувається протягом тривалого часу. От, а зараз просто ми наражаємося вже на серйозні речі, на небезпеку. Я задаю це питання у зв'язку з нашим головним питанням, що як змінити цю систему корупційного консенсусу. Ну, вы знаете, я вот даже, наверное, для себя сделал такой парадоксальный вывод, что полтора-два года назад мы были ближе к вот этому явлению гражданского неповиновения или гражданской там, войны, если хотите сказать, то есть активного невосприятия того, чего есть. А за 2018 год вот какие-то события произошли на Украине, где наша активность, наша нетерпимость к тому, что происходит в стране, оно, как это говорится, в свисток начинает уходить. Канализовалось. Канализовалось, да. Такая вот неприятная формулировка появилась, слилась в канализацию. Достаточно много на это есть причин, и мы одну из причин уже называли, это вот терпимость, приспособленчество, выезд за границу. Это те инструменты, которые снизили напряженность. Хорошо это или плохо? Ну, конечно, никто не говорит о том, что гражданское неповиновение, гражданская война – это тот путь, к которому мы стремимся. Конечно, это плохо. Но я сомневаюсь в том, что вот эта вот терпимость, условно называем, или консенсус, как мы его обозвали, что он приведет к устойчивому развитию. Он, скорее всего, ускорит деградацию страны. И если не будет никакого-то серьезного противостояния, то происходит эволюционный распад страны. Мы теряем государственность, мы теряем то единство, которое на сегодняшний день есть. Мы каждый день разъединяемся, а не объединяемся. И это чревато к серьезным последствиям, не обязательно через гражданскую войну. Страна может исчезнуть просто-напросто вот этого коррупционного консенсуса. Он изнутри как ржавчина его съест. Валерій Іванович, ну давайте все ж таки поговоримо про те, як подолати цю систему, і почнемо цю розмову ось чого. Все ж таки є певна частина людей, є люди, да, які зможуть цю систему подолати та запропонувати нову систему. Я скажу, що
Я бачу три ознаки цих людей. По-перше, це люди все ж таки з достатнім розвитком інтелекту, аби розуміти, що відбувається в реальності. Далеко не завжди, навіть серед людей, які вважають себе там розумними, які освіченими, ми це бачимо. Не всі реально усвідомлюють, що відбувається в державі. Це перша ознака. По-друге, для цих людей слово «Україна», слово «держава», «українське суспільство», там «батьківщина», для них це не пусті слова. Вони готові вийти якби за межі своєї зони комфорту та брати участь у активній діяльності. І по-третє, це ті люди, які свідомо себе усвідомлюють з цією державою, з цим суспільством, і які не вважають, що виїзд за кордон – це є дійсно вихід, це, скажімо так, їх шлях. Ось такі мої три ознаки цих людей. Які у вас погляди на таких особистостей? Ну, мое ощущение такие, что вот в 2019 году должно произойти перезагрузка вот всего того негатива, который на сегодняшний день есть. Я это не связываю с тем, что мы в результате выборов, там, во-первых, вторых или третьих, выйдем на вот те идеи, о которых мы проповедуем там два года, то есть устойчивого развития и так далее. Но перезагрузка, мне кажется, произойдет. Вот в воздухе витает вот эта интеллектуальная составляющая, и она достаточно четко сформулирована уже, которая все-таки овладевает массами. И я даже смотрю вот на тех политические силы и политические партии, которые начинают работать и готовиться к предстоящим президентским выборам. Я верю, что там есть достаточно много разумных людей, которые представляют, как это сделать, как отвернуть от того неприятного, которое мы на сегодняшний день построили и ожидают. Вот, и я больше надеюсь на то, что президентские выборы и выборы Верховной Рады сформируют не ту конфигурацию, о которых я, по крайней мере, мечтаю или думаю, но это будет нечто другое, чем спотворы на сегодня. Ну, от ще про що хотілося б поговорити. Розумієте, Валерій Іванович, все ж таки, ну, треба враховувати, що пережив український народ, яка у нас була історія. Якісь певні об'єктивні є фактори, які стали причиною того, що ми маємо оцей корупційний консенсус. Це якась дійсно, наслідуючи Томаса Гоббса, це не Левіафан, це якась взагалі страшна потвора, на яку, усередині якої просто соромно жити людині нормальній, людині порядній, людині розумній. Які ще аргументи щодо оптимістичного погляду, ну, в мене особисто. Все ж таки, оце соціальне замовлення, но на новий лад, соціальне замовлення на новий лад, воно існує зараз в суспільстві. Є люди, які знають, що робити у суспільстві. Єдине, що, ну, на жаль, вони не інтегровані, вони недостатньо інтегровані у якісь структури. От якщо дійсно вони інтегруються і утворять якийсь спільний дискурс навколо майбутнього України, я думаю, що можна сподіватися на краще. Другого я не вижу. Надеяться все равно нужно. И я вижу, что тенденции к этому есть. Вот я опять возвращаюсь к тому, что, судя по обществу, интеллектуальная составляющая растет. И народ все-таки осмысливает. Я верю в то, что, подойдя к моменту, когда нужно будет выбирать, нужно будет голосовать, все-таки вот эта трезвость мышления и желание обеспечить будущее, если не себя, то, по крайней мере, своих детей и внуков, оно победит. И я думаю, что мы в 2019 году выйдем на новую конфигурацию, хотя, как говорится, это не то, о чем я мечтаю. Ви знаєте, Валерій Іванович, що Тараса Шевченка є такі строки, що у своїй хаті і правда, і сила, і воля. От що має на увазі поет, коли говорить про свою хату? Свою хату можна розуміти реально, буквально. Це своя домівка, і правда, і сила, і воля. Ось якщо подумати про свою хату як суспільство у цілому, а Шевченка саме це там мав на увазі,
якщо от ми замислимося над ладом і правдою у цій хаті і визначимо, що у цій хаті є правда, що є сила, що є воля, ось тоді це дійсно буде дієвим поштовхом щодо розвитку України. Ось є все ж таки українського народу така ось вада, знаєте, ось така хибна риса, що побудувавши лад у особисто своїй хаті, нас якось не дуже цікавить, що відбувається в інших хатах і в нашій загальній хаті. От, не випадково говорять, да, моя хата з краю. Так от, я думаю, успіх українського суспільства буде залежати від того, чи наскільки успішно буде подолана оця вада у нашій суспільній свідомості. Як ви вважаєте? Ну, ми, в принципі, почали путь вот этот, надежды на то, что нам сверху, как говорится, сформулируют и построят что-то такое вот хорошее. Эти надежды, по-моему, уже все уже исчезли. Мы начали движение снизу. Вот когда мы начинали заниматься децентрализацией, до сих пор мы говорим, я верю в то, что вот украинская специфика такова, что именно снизу будет произрастать вот те демократические ростки и вот то будущее, которое нас объединит. А нам тоже сейчас забили эти мозги со всякими децентрализациями, то, что творится с территориальными громадами, много раз на эту тему говорили. Но вот от хаты, от дома, от того места, где ты живешь, от территориальной громады, это тот путь, который мы должны пройти. И я вижу, что этот путь реально приведет к нормальному устройству. Дякую, Валерій Івановичу, за чергову цікаву бесіду, корисну бесіду. Шановне товариство, сьогодні ми говорили про реальний стан, в якому опинилося українське суспільство, стан, який ми характеризуємо як корупційний консенсус. Ми, я думаю, ясно та чітко характеризували, що мається на увазі у цьому терміні. Ми також сподіваємося, що ми довели вам, що цю систему можна подолати і замінити на більш оптимальну для нашого щасливого майбуття та щасливого майбуття наших дітей та онуків. Сподіваємося, що вам було цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.